Более 30 юных люберчан пополнили ряды кадетов. Торжественное мероприятие, на котором чествовали новобранцев, прошло в стенах кадетской школы. На празднике работали мои коллеги. Посвящение в кадеты – это всегда торжественно, красиво и волнительно. Сначала чеканным шагом в зал входят старшеклассники, а уже потом главный герой этого дня – ребята, которые через считанные минуты начнут носить гордое звание. Но до этого нужно произнести заветные слова. Я, Струков Денис, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю быть честным, трудолюбивым, упорным и настойчиво овладевать знаниями, всегда вести себя вежливо, скромно и достоинством поддерживать лучшие традиции российского кадетского корпуса. Достойно нести почетного звания кадета, быть патриотом своей родины и России. Торжественное обещание произнесли 32 учащихся 5-х классов кадетской школы. С новым этапом жизни их поздравили почетные гости. Вы вливаетесь в большой, дружный и очень дисциплинированный коллектив кадетов. Я уверен, судя по вашей выправке, судя по блеску ваших глаз, у вас все получится, а у вас будут очень достойные наставники. Кадетство уходит глубокими корнями в историю нашей страны, нашей Родины. Кадеты всегда являлись образцом патриотизма, мужества, справедливости, трудолюбия. Уверен, вновь вступившие и нынешние кадеты пополнят ряды патриотов нашей страны. Мне вам хочется пожелать сил, крепкого здоровья, потому что кадетская жизнь, она очень сложная. Вам будет нелегко, но вам будет интересно, потому что впереди вас ждет много новых занятий, вас ждет много мероприятий, прежде всего военно-патриотических. Сами школьники тоже понимают, какую ответственность несут с этой минуты. Надевая кадетскую форму, они будут отстаивать честь не только своей школы, но и всего округа. Практически у каждого есть свой личный пример для подражания. Для меня мой старший брат. Он для меня всегда был авторитетом, и мне всегда его ставят в пример, и я хочу стать как он. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.